Слушай, а я тут в Москве совсем недолго. Я вот только с Рязанского и сразу сюда. Может, ты мне Москву покажешь, а? Пойдем погуляем. Конечно, я с удовольствием. Эй, ся! Мусор только выкинуть не забудь. Хорошо, кстати, Аркадий, познакомься. Это мой дедушка, Марк Соломонович. Но для вас, молодой человек, просто дядя Марик. Ну, гуляйте, гуляйте. До заката потемнять? Постарайся! Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Удохните на месте. Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чай пьете, а у меня варенье есть. Сейчас принесу. Мама сделала. Картофель, наверное. О, садись, а я воду поставлю. Дядь Марик, так что вы решили? Вы подпись на установку телевизионной антенны поставите? Значит так. Телевизор, дело хорошее. Мы согласны? Я сейчас. Вы вот здесь черканите, и я бумагу кому нужно отнесу, если это вы здесь. Ой, как здорово! Раз сегодня второй день моей новой жизни в новом городе, то я приглашаю всех своих новых друзей на новоселье! Радость какая! Праздник! Жалко, Витька не должен. Да живой, Апицына, живой! Чтоб не сдох! Thank you.
отмечаем мое новоселье. Ну, правильно, репетируйте. Аркаша, а ты просьбу-то мы выполнил? Да, выполнил, все как вы и просили, вот. Вот подпись. Ну, теперь вам точно этот опыт пригодится. Вам ведь самим скоро новоселье праздновать. Вы о чем, Роман Альбертович? Как? Аркаша вам не сказал? Ну, молодец. Значит так, завтра вы все, кроме нас с Аркадием, конечно, переезжаете на свои общие, свеженькие, 43 квадратных метра в Чугуев. Как? Вы собственноручно подписались вот под этим соглашением. Аркадию спасибо скажите. Соответственно, квартирка теперь в моем полном распоряжении. Так что пора и честь знать, мои золотые. Как ты мог, Аркадий? А я его еще земляком называл. Эся, дядь Вить, Зиночка, Валерий Леонтьев, дядя Марий. Но вы же не можете поверить. Я не знал, я не хотел. Всех предал. Да это не ты нас предал. Это был вопрос времени. И что нам теперь делать? Я решил. Я уйду вместе с вами. Не горячись. Утро вечера мудренее. Что-нибудь придумаем. Все вернулось в привычное русло. А что будет дальше, время покажет.